Раньше поселок Ружанец оставался ружной фабрикой, которая во все уголки нашей далекой страны отправляли деревянные ружья интересные. Но потом вступила перестройка, на деревянные ружья спрос упал, и от фабрик теперь стоят одни руины, аж страшно смотреть. Тепроцентраль стоит, с которой весь металл вырезали. От цехов одни фермы остались, видите, ничего не осталось. Полная разруха. Забора и того нет. Вот цеха, оголенная ферма, все. Само здание цепоцентрали осталось кирпич, металл, котел, все оборудование убрали. Какой-то еще цех есть, не знаю, что делать, не делать тоже. Частично окна есть, частично окна выбиты, видите, светит дырами. И вот административный корпус. 1968 году этот корпус построен административный. Здесь вот еще вот красная развалина, это была честная водочистная станция, ее нету. Фабричная баня для рабочих была вот на той стороне дороги, на болоте. Ничего, даже фундамента не осталось. Все по кирпичам разнесли. Вот такие воспоминания о фабрике. А это сама речка Ржа. За ржавого цвета. Она дала название речки и поселок. Поселок довольно большой, раскидистый, до леса в одну, во вторую сторону. Раньше дорогу упирали в Сужаницу, несколько лет назад асфальт положили до Идазии, теперь замкнули кольцо с Брянском. Единственный разбитый участок этого деревни еще нет. Все, Ржаница заканчивается.